Доброе утро. Шахерезада Степановна, рада вас видеть. А вы рады видеть Шахерезада Степановну? Мои хорошие. Че, Пширончик, ромашка успокаивает, да? Ты аккуратно, аккуратно. Я понимаю, что вкусненько, но вазу-то береги. Все? Это быстро. Любитель цветов и трав. Доброе утро. Жарю котлетки. На самом деле не утро, время. Да блин, я всегда так говорю. Ну, короче, сейчас я готовлю завтрак. Цветочки мои. Боже, какой аромат от них стоит, а? Ну, конечно, они осыпаются. Тут я уже немножечко убрала, еще осыпалась. Ну, потому что коты ходят, нюхают, грызут. Но ароматные. Воды подлила, опять же, они проснулся, чтобы воды было вот так вот. В общем, готовлю завтрак. Всем привет. Да, блин, мои бока. Я знаю, я покрашусь. Сегодня-завтра я покрашусь. Жарко, поэтому волосы заколола. По-моему, 30 градусов у нас сегодня. Я сижу на балконе с Дуськой. Одна подработка у меня закончилась. Сейчас через полтора часа у меня еще одна подработка должна быть. Сижу, наблюдаю, как котята спят. Такая милота. Она их кормила. Я вам ставлю потом здесь кусочек маленький. И очень постараюсь не спамить котятами. Но это такая милота. Это просто. Я не знаю. Милее я давно в своей жизни ничего не видела. Ни разу не жалею то, что не сделала там Дуське аборт. Не знаю, как у кошек это подтакнули, называется, как у людей. Потому что, ну блин, 4 таких чуда появились на свет. Это прекрасно. Милоту, конечно, буду раздавать. Естественно, я всех себе не оставлю. Никого из этого помета, наверное, себе не оставлю. Потому что ибо как-то много в моем доме хвостатых. Но буду стараться раздавать в хорошие руки. Ну, то есть, так, чтобы, блин, быть уверенной в том, что у котят все будет хорошо. Естественно, раздавать, не продавать. Да, если хотите котенка, если кто-то вам приглянулся, пишите, но лучше, ну, можно или в комментариях, в принципе, у меня не так много комментариев, я замечу, либо в директ в Инстаграме. Потому что на Фейсбуке у меня там такое количество людей, что я, честно говоря, не всегда могу увидеть сообщения, поэтому лучше или сюда в комментарии, или вот директ в Инстаграме. Ну, вот такие вот дела. Сейчас дожарю свои котлетки. Салатик какой-нибудь быстренько сделаю. Буду завтракать. Сегодня вторник. Жаркий вторник. Вообще в этом году лето, я вам скажу. Настоящее лето. Моря не хватает, конечно. Но будем надеяться, что неприятность эту мы переживем. Все, сейчас показываем, как котят кормила Дуська. Боже, по-моему, все пацаны. У одного, единственное, два черных, я говорила, но, по-моему, один из них будет все-таки темно-дымчатый, и у него вот здесь вот на грудке белое пятнышко, а второй, по-моему, без пятнышка. Ну, в общем, подрастут, я буду смотреть. Но, по-моему, пока все пацаны.
Так, а теперь вернемся к нашим котлеткам. У меня оставался куриный фарш. Чуть-чуть его оставалось. Вот. Делаю себе маленькие котлетки. Такой запах этот, блин, я есть хочу. Я просто встала сегодня в полдесятого. Пока с одной тетенькой поговорила, пока с другой тетенькой. Пока подработка, пока то все. Котов, кошек накормила. В первую очередь. У всех кошатников, я вам скажу, утро начинается не с кофе, даже не с туалета. А с того, что ты несешься кормить котов. Угу. Боже, какие чудесные. Я прям в этом году влюбилась в полевые цветы. Вот, кстати, эти цветочки открылись. Они, видимо, закрываются с вечером. Вечером, как уходит свет, и они закрываются. Они сейчас открылись. Хороши. Колючка, правда, уже такая жухлая. Но ничего. Травушка. Короче. Все, мне приятно аппетита, вам тоже приятно аппетита, если будете кушать. Фу, все, я освободилась. У нас сегодня, оказывается, 35 градусов за окном. Прям такое жара-жарище. Ну, что делать, лето? Оно все равно прекрасно. Я, в принципе, нормально переношу жару, но, опять же, если я в 35 не на солнце и не иду куда-то пешком, там, 2-3 километра, конечно, все это гораздо легче переносить с кондиционером, с машиной с кондиционером и при возможности не выходить на открытое пекло. У меня завязался первый помидор. Сейчас покажу вам. Такая милота. Надо будет, жара спадет, часиков 8 выйти полить цветочки мои. Так, пойду посмотрю, что там с Дуськой. Время 5 часов. Мне, конечно, неплохо было бы съездить в магазин, закупиться, потому что холодильник пустой, там, по-моему, одно яйцо осталось. Ну и плюс у кошаков паштеты закончились, потому что Дуся меньше есть не стала. Ну что так, она все равно ест за пятерых. Она раньше пока выносила, вынашивала, ела за пятерых. А теперь то же самое, ест в один рот и четырех кормит. Значит, я от жары тупею. Зависаю, просто подутомилась уже сегодня. А, так, что, к Дусе, да. Пойду схожу к Дусе, посмотрю, что там у Дуси. Идеальный холодильник. Та-дам! Та-ра-там! Та-та-ра-та-та-там! Там! Бананчик, абрикосики, вареница. Ну, цвет такой красивый. Вишневый. Ничего, никаких ни фруктов, ни овощей. Одно яйцо, масло, патчи. Ну, вообще красота. Водица, водица. Мало того, в заморозке тоже ничего нету. Ну, лед есть. О, кукуруза. Все. А, и бульон. Идеальный холодильник. Да ты точно ничего не съешь. У тебя дела? Куда ты? Хозяйство-то. Че, хозяйство спит? Дусь, домой иди. Куда ты ушла? Вернись. У тебя дети. Дети спят? Что там, дети спят? Да. Боже, Мися вы из котят. Боже, она так об ноги трется. Дуся. Люся, что ты такая ласковая кошечка стала, а? Ну что, Мися вы из котят. Как у вас тут дела? Вот этот вот самый писклявый. Боже, какая прелесть. Все, смотрите, пупочки у них уже отпали.
Ну, то есть там вот то, что она перекусывала, все уже. Ой, ой, ой. О, вот этот с грудкой. Все, 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 кладу, кладу. Дуся тут изошла. Все, все, Дусь, положила, не трогаю. Не трогаю, не трогаю. Это твоих детей будить. Ты их кормила недавно, да? Кормила? Моя курочка. Моя девочка. Такая вот красота. Лисевые котят. Сегодня тут хорошо, у них в принципе не жарко. Солнце, прямой солнечный свет не попадает. Окошко открыто. Дует. Вот там у тебя ребенок вывалился. Дуся. Я так упаду. Трешься об ноги. Наглый, наглый, внутрь, внутрь, внутрь кубка. Ой, не могу. И чихают, и чихают сами. Вот это морда. У него на шейке как будто сердечко. На спинке, на холке. Это, гляньте, как хвостик. Как у крыски. Ну хотя хвостики стали обрастать. Второй день сегодня уже прям шерстка стала уже такая пушистая. Ушки. Ой, все, ухожу. А то здесь можно залипнуть надолго, да, Дуська? Дуська. Дуська такая ласковая стала. Да, ласковая стала. Дуська мать.